Ребята, в нашем крае проходит ежегодный марафон здоровья, книжная спартакиада. Здоровье человека – это самое ценное, что есть у каждого из нас. Быть здоровым – это значит делать зарядку, закаляться, правильно питаться и увлекаться спортом. Впервые в нашей библиотеке прошел праздник в рамках краевого проекта «Марафон здоровья. Старт здоровья детей» 1 ноября 2018 года. На встречу с учащимися были приглашены Конев Денис Викторович, депутат Прикубанского сельского поселения, Аладжев Владимир Олегович, кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе, победитель первенств Краснодарского края по греко-римской и вольной борьбе, Пивник Никита Александрович, кандидат в мастера спорта по самбо, победитель и призер чемпионата Краснодарского края и всероссийских турниров по самбо и дзюдо, Плугин Максим Николаевич, мастер спорта по боксу. Гости рассказали ребятам о том, каким образом они пришли в спорт, каких достигли успехов, и пожелали ребятам здоровья и целеустремленности в достижении поставленных целей. Пивник Никита рассказал о пользе утренней зарядки и провел со школьниками комплекс упражнений. 14 ноября 2019 года в спортивном зале сельского дома культуры прошел такой же литературно-спортивный праздник, на котором детям был представлен Бушин Даниил Егорович, мастер спорта по тэквондо, победитель и призер первенств Краснодарского края. Он рассказал о себе детям, как он пришел в спорт, как он им увлекся, и пожелал детям здоровья и больших успехов в спорте.